по словам специалистов. Плюсовая температура способствует размножению вирусов. И, к слову, сейчас могу рассказать о погоде. Нерабочая неделя в Красноярске будет теплой. Завтра ожидается плюс 10 градусов тепла, переменная облачность. А в среду воздух прогреется до плюс 14 градусов. Синоптики обещают солнечную погоду. И такая теплая и по-настоящему весенняя погода задержится у нас до конца недели. Но... Однако это не значит, что нужно игнорировать указ губернатора и покидать свои дома без необходимости. Даже несмотря на теплые дни, оставайтесь дома и позаботьтесь о себе и своих близких.